Можешь попробовать на другом. Марик, все видели, что у тебя новый телефон? Что, никуда не залезает? Смерзло чуть-чуть для дома. Не проходит. Нет, маленькая дырочка. Может, стакан открыть? Значит, надо ее снять. Эту. Надо в стаканчик капельку налить. Давайте, и будет, тогда не будет. Это. Прав. Не-не. Это лучше, да. Да. Крышку. Да. Если еще осторожно. Замерзло. Держите перед тем. Не надо полное, половину. Да еще вообще ничего. Это мне нужно. А? Видео? Да, окей. Сейчас съеду как? Идет? Ножечка мне. Беда, с Болтаевой написал. Идет. Ну, все, хватит. А вот это ну, тут. Так что. Бералы, дай какой-нибудь, чтобы можно было сюда поставить, чтобы держало вот здесь на столе, Борика. Самое главное не сейчас, потом после того, чтобы держало 15 минут. Чтобы это подсело. Ну, чтобы оно потом может потечь, когда напишешь. Теперь в букву начнет течь. Вифл шабель звучит. Ну вот на край. Коле ходот. Там ножка как раз получится. Потом поставить. Видно, сколько я окунул. Видно. Боря, потом. Хорошо. Все, я уже написал. Следующий кто? Я должен очки одевать. Хотите, вы хотели мне дать свои, я вам говорю. Надо поставить сразу. Подходит? Очень даже. Вон, у нас, видите, как. Может, есть как тяжеленький? Не спешите. Сначала хорошенько. И тут стоит, вы видите, там силуэт. А вы внутри только положите. Одну букву и все. Сейчас я. Немножечко. Не берите много. Ты в своей жизни много вещей делал, такого ты еще не делал. Ну, это серьезная вещь. Да. Так, кто следующий? Марик, давай. Давайте дальше. Марик. Рэп Мандельбаум. Мне попроще. Я держу. Одну букву, да? А там, наверное, не надо сложно. Больше, видишь, она раз... Да, боже, она папа умер. Они начинаются потом. Дальше, кто дальше? Очень аккуратно, ребята, очень аккуратно. Я смотрю, мне очень тяжело. Макни этого мочи. Видите, чуть-чуть, да? Я посмотрю. Внутри силуэта немножко. Все нормально. Будет писаться? Пока ты поймешь, что я напишу. Спасибо. О, Марик. Я тебе передам телефон. Не пробуйте. Я их отморозил на сохранение. Страшно. Я пошел к врачу. Дальше. Минус 42. Держите кто-то эту сторону. Чуть-чуть пахнет. Мальчик, ты закрасил что-то? Больничный. На следующий день он так смотрит на меня, я уже такой пришел. Откуда? Я из Узбекистана, вторая степень. Следующий. Давай, Альберт, Яков Владимирович. Я иду сейчас.
Кирилл. Возьмите немножко. Валера, а я на улице. Минус 42. Братик, там и очки. Сумасшедшие. Какая? А, я поменял очки. Какая? Какая, что понятно. Одна же другая. Надо еще попасть. Я думаю, у меня просто... Там где целые, не надо заполнить. Не надо заполнить. В болоте будешь, как бегемот будешь. На концерт пришла. Я не голодный, я наоборот. Она, знаешь, что я молодец. Местный. Уехал. Одну букву написал. Правда, слышишь? Потому что было подходить к Муслиму Магомаеву, не зная об этом. Понимаешь? Передача на расстоянии. Хорош. Любую руку, это по порядку. Немножечко у них, чуть-чуть. Знаешь, говорит, у нас есть шумана. У нас тут палатки. Палатам будет железный. Знаешь? Конечно. Он и сейчас, да, будет посольный тогда. Да. Слышишь, а, Саня, ты посмотрел фотографию? Я берегу моря. Ой, что тебе сказать? Ну, понятно. Дальше не идти. Я не одну руку только. Я тебе посмотрю. Ну, следующий. Бог. Одну букву по порядку. Кто следующий? Давай иди, Саша. Так, я ничего не вижу, за обзором. Не, на один очки. Ты ничего не видишь? Сколько тебе лет? Провести прямо по губке, да? Вот у тебя вот эта маленькая, видишь? Маленькая. Вот эту маленькую ют, видишь? Да. Вот. Резко. Еще да. Чуть-чуть еще. Внутрь, заполнить внутри. Ушел. Все. Следующий. Альберт, придешь сюда потом? Хочешь еще одну написать? Самого удаленько, да? Следующий. Следующий. Сейчас подожди, они. Следующий. Сейчас Ицик Рабзальман. Ицик. Ну пусть Ицик. Все, давай. Вот. Порядку там. Букву, одну букву. Понимаешь? Да. Заполнить внутрь. Да. Немножечко, немного. Ну, давай. Следующий. Ну, кто еще не написал? Я. Давай. Где он? Нам рад. Кстати, где писать, я не понял. Ага. Запомнить внутрь. Понял, Рабзан? Я понял. Сегодня мы летаем. Да, я. Самолет. Когда в жизни этого не делал, еще перо. Первый раз в жизни. Это
заповнена на всю жизнь. Так пишут святотворцы. Да. Именно перьями. Только перья? Боря, только одну. Сейчас пойдешь на вторую. Не-не-не, я беру только одну. Пишется год, целый год пишется. Есть. Все. Есть еще. Кто еще? Кто еще? Кто не писал еще? Кто не писал? Все, уже все. Кто еще не написал? Все. Все, значит, вот теперь...